Кто такие млекопитающие? Это те животные, которые своих детенышей кормят молоком. Тот, кто пьет молоко. Млекопитающие, они питаются разной пищей. Мясо, там рыба, траву, ветки, листья. По каким признакам можно узнать млекопитающих? Потому что они сразу живых детенышей рождают. По ушным раковинам. У них две пары конечностей. Что у них есть шерсть, меха, волосы. У них челюсть, с небольшими клыками. И у некоторых из млекопитающих животных есть шерсть. Антилопа, корова, собака, кошка, гепард, косатка. Расскажи о любом млекопитающем. Она сторожит свой дом. Если с ней хорошо обращаться, тогда она будет ее не кусать, а смирно себя вести. Горилла, она живет в Африке. Она всеядная, кормит своих детенышей молоком. Горилла опасны для леопардов. Они любят лазать по деревьям и висеть вверх ногами на лианах. Гориллы, они очень сильные. Мои прадеда, это больше, чем рыба. У него есть на голове маленькая дырочка, которую он плескается водой. А летучая мышь черно-белым видом, и когда она спит головой вниз, а ногами вверх. А они утром очень плохо видят, а ночью хорошо.